Нашему району исполняется 25 лет. В конце 80-х годов на западе Москвы активно стали строить современные многоэтажные дома. И в августе 1991 года образовался новый район столицы – Новопеределкино. Но история нашего района начинается гораздо раньше. Исторически здесь находились села Чоботы, Лукино, Орлово, Лазенки. Они и сейчас есть на карте нашего района. Нет только села Федосино, но от него нам остался храм Благовещения Пресвятой Богородицы, восстановленный усилиями жителей Новопеределкино. Во время Великой Отечественной войны по нашей территории проходила линия противовоздушной обороны Москвы, и многие жители ушли на фронт защищать свою родину. Именно благодаря тому, что наш район имеет такие исторические корни, богатую православную и культурную историю, он не похож на другие. У него есть своя особенная атмосфера, свое лицо и свои традиции. Мне очень нравится район Новопеределкино, я его очень люблю, он очень зеленый, очень молодой и очень добрый. У нас прекрасное образовательное учреждение, хорошие традиции, мы развиваем детей во всех направлениях. У нас много студий, образовательных проектов, мы пляшем, поем, играем в шахматы, говорим на иностранных языках, мы вывозим наших детей в интересные поездки, в выездные творческие профильные смены. Мы проводим большое количество конкурсов, мероприятий. На территории нашего района находится детский дом «Берег надежды». И мы делаем все, чтобы эти надежды осуществились. На протяжении 25 лет работы в детском учреждении выпустили более 100 выпускников. Ребята по-разному устраиваются в жизни, но ребят, которые оказались бы в закрытых каких-то зонах, у нас большой радости нет. Все дети получили образование. Кто-то нашел свою судьбу. Мальчики, там девочки создали свои семьи. У нас уже есть, у меня внуки. В нашей школе проходит очень много мероприятий. Есть один очень большой крупный проект, называется «Дороги памяти». Наши дети – это ученики с 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов совершают поездки по городам-героям бывшего Советского Союза. Это не только страны, города Российской Федерации, но и они были на территории Беларуси, Украины, посещали города-герои. Очень много привозят из этих поездок. И у нас проходит очень много затем торжественных мероприятий, концертов отчетных. Они создали виртуальный музей, посвященный памяти Великой Отечественной войны. Торжественная церемония, посвященная открытию мемориального памятника, объявляется открытой. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? Это действительно не просто памятник. Здесь место святое. Здесь, на территории этой школы, с 41 года стояла зенитная батарея, которая обороняла московское небо. Это памятник подвигу воинов-зенитчиков, но это и напоминание всем нам, чтобы мы помнили о той цене, которой завоевано наше мирное небо, и о том, что нам это мирное небо надо беречь своим трудом, своим служением Отечеству. И с вами танцы, джоны, детей повсюду. Но из зенитных батарей полка, стоящего на страже, сбивали их, как бьют зверей, когда вторгались в небо наше. Как быстро летит время. Только сегодня, кажется, мы
пришли сюда, еще были котлованы, еще не была не обустроена вся площадь вокруг дома, когда мы с пакетами на ногах ходили до автобуса, там их снимали. И вдруг сегодня идешь, а это не вдруг, это 25 лет, и когда понимаешь, что это не просто кто-то пришел и чужой дядя это все сделал, а когда знаешь, что столько здесь вложено и твоими руками, руками твоих соседей, руками твоих друзей, с которыми здесь ты начинал, и что самое главное, за что мне нравится мой район, здесь удивительные люди живут. Живут люди, которые не ждут, что им принесут все на блюдечке с голубой каемочкой. Они все пытаются что-то сделать. Если что-то не так, они идут, где-то чего-то добиваются. Они выходят сами на субботники. Если нужно, они сами это делают. Когда я впервые появился в Ново-Переделкино, без малого 20 лет назад, в 98 году, это был очень густонаселенный район, очень многодетный район, самый многодетный район Москвы, но в котором абсолютно отсутствовала всякая инфраструктура для досуга. Не было кафе, не было клубов, кинотеатров, не было ни одной спортивной. Ну, был только-только открылся каток, не было горнолыжного склона, нашей школы, ничего. И мне очень приятно, что за прошедшие годы район расцвел буквально. Сегодня работает замечательная спортивная школа, такая инфраструктура спортивная, как есть Ново-Переделкино, может украсить, ну, любой европейский город. Дорогие друзья, 25 лет наш район ждал метро. Сейчас я нахожусь на строительстве станции метро Боровское шоссе. Вы видите, станция уже почти готова, она почти готова к отделке. Скоро строители приступают именно уже к отделочным работам. Сейчас монтируется оборудование. Вот это такой подарок города Москвы жителям Ново-Переделкино. Три станции метро, которые завершаются примерно через год. Я лично и депутаты Совета депутатов много усилий приложили для того, чтобы в нашем районе было именно три станции, и постарались ускорить начало их строительства. Также подарок к 25-летию района Ново-Переделкино. Эстакада у железнодорожного переезда Переделкино вместо железнодорожного переезда, по которой в ближайшие недели мы с вами уже начнем ездить и не будем стоять в пробках на железнодорожном переезде. Сегодня у нас в Ново-Переделкино прекрасный праздник. Сегодня детский праздник в гостях у патриарха. Этот праздник стал уже традиционным. Много лет подряд Святейший Патриарх оставляет свои дела и посвящает это время детям. Собирает здесь, в Ново-Переделкино, детей со всей Москвы и дарит им радость. Сегодня Святейший Патриарх благословил детей на начало учебного года и подарил каждому иконочку преподобного Сергия Радонежского. Я предлагаю вам посмотреть очерк об этом прекрасном празднике. Здравствуйте, дорогие дети, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки, все те, кто собрался по сложившейся уже традиции здесь, перед храмом Переделкино. Обычно мы собираемся с вами в дни пасхальные, но иногда программа патриарха формируется так неожиданно, что даже заранее созданные планы осуществить невозможно. И, к сожалению, в пасхальные дни мы не имели с вами возможности встретиться, чтобы отпраздновать пасхальный праздник. И вот тогда возникла мысль, для того, чтобы не пропускать года, и чтобы уж точно раз в год мы с вами встречались, провести этот праздник в гостях у патриарха накануне учебного года. Вот я и хотел всем вам пожелать успеха в вашей учебе, помощи Божией в обретении знаний, столь необходимых в современной жизни для того, чтобы жизнь была успешной,
Ну и, конечно, от всего сердца желал бы вам накапливать добро в самих себе и делиться этим добром с окружающими. С праздником вас поздравляю! С наступающим учебным годом! Буду до ночной звезды лодку мастерить себе. Очень, ребята, очень. Виктория, молодец, браво. Я удивлена, как здесь классно, хорошо и круто. Просто потрясающий праздник. Что, спасибо вам большое за такой праздник. Чем тебе праздник понравился? Организации, концертом, да всем, все хорошо. Праздник потрясающий, очень хороший район. Спасибо руководству района. Самое большое богатство района – это его жители. Благодаря им район развивается и хорошеет. Здесь живут удивительные люди. И вклад каждого играет огромную роль в становлении Новопеределкино как современного и комфортного для проживания района столицы.